Всем привет, с вами Денокс и новый член моей команды. Предел. Да. Здравствуйте, ребята. Итак, сегодня мы будем обустраивать лунную базу. Полетим вон туда, вон. Вот, да, лучше атакующим оружием показывать. Так, мы сейчас стоим рядом с торговым центром. Я куплю нам скафандры. Заходим в трейд, нажимаем вот эту вот кнопочку. Так. Скафандры. О, да, дорогие. Ну ладно, куплю два. И еще... один сразу надену. И шлема... Ой, сейчас. Вот это мясо сюда. И два шлема куплю. Вот, один сразу надену. Остальные сейчас выкину на асфальт. Вот, вот сюда вот. А то их не подобрать будет. Вот. Валяется снаряжение. Не понял, что шлем у нас... А, он закрытый по умолчанию был. Так. Ну, взял. Теперь одевай. Вот их надо вот на эти места переместить. Одет? Да, ты шлем одел. Теперь одевай... тело. Такая шкура упала. Сбросил шкуру. Так, и еще кое-что сделал. Я построил этот... короче, медицинскую эту лабораторию. Надо сделать аптечки нам, потому что я ранен в адской битве с существами длинными. Которые почему-то аптечки не любят. На какую кнопку активируются? Чего? На какую кнопку аптечки активируются? Просто по ним два раза. Я аптечки на кнопку не активирую. Понятно. Так, сейчас нужно построить еще один уровень и делать вот так, да. Вот, еще один уровень построим. Сделаю аптечки, хотя бы произведу 10 штук. Нам по одной. Да, хватит на долгое время. Так. Вот это производить быстрее. Производить. Я из химикатов сделаю аптечки. Там можно делать из минералов, из веток и из химикатов. Вот из химикатов сделаем. Пусть производится. Какого, интересно, качества они будут? По-моему, должны быть 92-го. Ну, зависло. Зависло. А, нет, 110-го. Как ни странно, нечто среднее. Ладно. Сейчас я куплю аптечки. Так. Ты где? Рядом. Давай встретимся на космодроме. Да, иди пока к космодрому. Хотя подожди, блин, да, я забыл, надо купить этот. Сделать две вещи, построить лесопилку. Ага, во, как раз ее тут и построим. Вот, прям удобно как. Значит, строите лесопилку и добываете дерево, короче говоря. Вот. Добываете дерево. Смешно, дерево можно добыть из дождя, а можно путем ирригации. Это как?
Аптечки. Medical kit. Медицинский кит. Две штуки. И да, вот эту я, пожалуй, пока тут. Нет, ее здесь. Я создам сейчас здание с ящиком, чтобы его произвести, потому что нам потребуется 4 ящика ресурсов. Ну вот, пусть производит один. Ясно. Ясно. Древесину не так немного добыли. Ладно. Вот здесь можно добыть ламбер. Нам, в принципе, много не надо. Кстати, сейчас предупреждаю, что мне надо будет нести 4 ящика, это очень тяжело, поэтому лучше тебе прибежать. Так. Или ты отошел? Я? Да. Я к кораблю подошел. Тебе лучше прийти сюда, потому что сейчас. А, хотя нет, мы сделаем по-другому. Так. Если у меня, конечно, денег хватит, то у меня хватит денег. Так, я сейчас произведу дерево. Быстро произведу ящики. Мне достаточно будет. Да, 10 дерева, этого достаточно, я думаю. Сейчас произведем, блин, ну, быстрее. Так, 10 древесины из этого. Я уже думал, сейчас полетим, надо еще ящики создать. Там определенное количество ресурсов нужно для каждого ящика. Угу. Ну, да, 10 ящиков готовы. Все, сейчас я их куплю. И ресурсы. Ладно. Теперь покупаем ящики. Сколько ящиков? 20. Нам нужно 3 ящика. Да, но я смог купить только 2, потому что больше не помещается. Ну, я еще один куплю. В общем, так, продолжаю. Ну вот, мы закончили сбор наконец-то. И сейчас мы полетим на Луну. Пока гигант перед нами, он видно, куда лететь. Но Луна, скорее всего, находится за ним. Поэтому надо его облететь будет. Причем быстро. Пока не кончилось. Не кончилось топливо. Фух, мы быстро вылетели за... Очень. Да, за пределы. Так, и где находится наша планета? Вопрос. Поскольку качество топлива у нас не ахти, у водорода,
то оно очень быстро кончается. У меня же было качество 200, я как бы не знал, что такое кончается топливо. А теперь придется узнать. На, придется на полной скорости идти. Иначе мы так век будем добираться. Что? Метеор? В нас попал какой-то метеор. Прекрасно. Какой вообще шанс, что у нас метеор попадет? Действительно. О, да. Опасный маневр сейчас будет. Между солнцем и этим надо будет сесть. На скорости 1200. О, я вижу этот гиганта, полюс гиганта. Вон и наша луна. Сейчас надо сесть на дневную сторону. Почему? Да, прохладно, действительно. Там, наверное, очень прохладно. И день там быстро сменяется. Луна-то очень маленькая. А вон, кстати, лава, эта планета. Классно выглядит. Ага. И белое солнце. Вот я что хотел сказать по поводу свечения. То есть каждое солнце имеет какой-то уровень свечения. И, судя по всему, вон то белое солнце, оно сильнее светит, поскольку рядом с ним есть лавовая планета. Она с атмосферой. И лавовая. Значит, что... Там ближе температура сильнее, чем на нашей планете. А это солнце, кстати, слабое. Всего M3 Main Sequence. Это где-то как наше солнце, ну такое же слабое. А там, скорее всего, белый какой-нибудь субгигант. Поэтому там жарень. Что-то мы разогнались. Да, я знаю, знаю, знаю. Мы сядем прямо вот на полюс Луны, видишь, полюс. Да-да-да. Вот, мы прям туда сядем, прямо в центр. С одной стороны нас освещает свет от гиганта, с другой стороны свет от солнца. Прямо на полюс сядем. Надеюсь, там есть люминит, потому что нам нужно сесть рядом с этим ресурсом. А он редкий. Короче, нажми Backspace и смотри, есть ли там синий кристалл. Если найдешь его среди... ресурсов, то... Синий кристалл? Да. Есть. Есть? Где? Есть. Я тебе не могу объяснить, у меня вообще все вверх тормашки. Хорошо, если он придется есть, я сажусь. Стопа. А чё я? А, так это что? Что? Я сажусь прямо в центр, ну окей. Прямо на северный полюс. Нет, я что-то не рискну туда сесть. Ну что, вылезаем? Подожди, подожди. Я еще не сел. Я чувствую, я сейчас сяду, блин. Тут такая неровная поверхность. О, я мимо полюса прошел. Ну, отлично просто. Так. Я выключаю и надеваю скафандр. Отлично. У меня одет скафандр? Нет. Ты вовремя меня предупредил. Я тоже всегда забывал. Помню, как потерял нож на Луне и долго прыгал по Луне, искал, его так и не нашел. Так, а вот теперь посмотри. Так, теперь есть. Так, мы делаем первый шаг по Луне. О-о-о.
улетел куда-то. Да, тут гравитации совсем нет, можно прыгать высоко. Ой. А я что-то вылезти не могу из Это корабля. Е нажать надо. Один шаг для человека и большой шаг для моего напарника. Так. Я сейчас пропрыгаю к ракете. Нет, ну я впервые сел на полюсе планеты. Это просто жесть. Это что такое вообще? Гора, что ли? Я подлетел куда-то вверх просто. Слушай, это просто гора. Да. И это из себя вот это полюс представляет, да? Ага. Ого. Я стою на воздухе. Прикольно. Так, ну пойдем за ресурсами. Вот так. Они там лежат. Вот, сейчас я отвисну. Я застрял прямо рядом с Северным полюсом. О, вот я тебя вижу, но я сам застрял. Ты тоже застрял. Да-да-да. Я сейчас собираюсь вот добраться до вершины. И это просто скала. Ничего интересного, ладно. Сейчас а ты Backspace нажми. О, нет. Кажется, я понял, что где мы находимся. Нет, не понял. Стой, где мы? Похоже. А где ракета? Я ее что-то потерял. Ну, ракета в центре, как ни странно. Я знаю. Я вот ее сейчас ищу. Но ее потерял. Она, наверное, скрылась за этим. Я вокруг, кстати, ресурсов не вижу почему-то, вот вокруг центра. А ты иди ко мне, я вот нашел синий кристалл. Ого. Но то, что ракета далеко, это плохо. Потому что нам она понадобится вообще-то. Так. Вот, вот, это не лимит, значит. Сейчас я найду ракету, я тебе точно скажу, что это. Это лимит, я нашел подобрать, не подобрал. Слушай, это просто вообще... Я что, действительно потерял ракету? Мы что, не вернемся? Да, это вообще жестко. Я даже респаун не установил. Блин. Давай я сейчас найду, подожди. Я тебя найти не могу. Я, короче, вокруг этого полюса хожу. Сейчас я на карту гляну. Минус 273 градуса по Цельсию. Чего? Слышь, я ракету вижу. Да? Где ты ее? Я ракету нашел. О, а где ты? Потому что это прекрасно, но я тебя не вижу. Так, сейчас посмотрю координаты. Это 165 градусов восточной долготы и 74 градуса северной. Сколько? 74. 150 градусов? Да. Это, конечно, жесть. Так, и куда мне идти? Возвращайся к полюсу. А, все, я, короче, это, просто полюс, он показывает, как-то странно, короче, отображает объекты. То есть, если я стою на одном конце, я не вижу другой конец полюса. Ладно, это без разницы. Все, я тебя нашел.
Да, я вижу ракету. А ты вон-то где? Меня... Так, я пока тебя Пойдем. вижу, ты не уходи, не уходи. Я за тобой иду. Давай. Ракета стоит у полюса, так что мы ее всегда найдем. Так что иду за тобой. Там обоснуем город. Так, вот, значит, вот здесь ресурсов очень-очень много. Я, короче, прыгаю, потому что у меня вес 500 килограмм. Красный, я не могу быстро идти. Только прыжками. Кстати, Луна достаточно-таки маленькая. Она даже меньше той, которая у меня в моем первом была. Самое главное, лимит есть, все остальное уже не так важно. А, вот все, я сейчас. Так, я включил ресурсы. Вот я вижу люминид, да. Одна шахта, и, кстати, ее хватит на долгое время. Все, сейчас. Все, я выбрался из этого полюса, наконец-то, проклятого. Ракета видно. Я доволен. И тут очень много илидиума. Ну, отлично, все. Сейчас буду узнать качество. Да. Сейчас начнем добывать, узнаем. Так, ты сделал флаг? Флаг сделал. Давай, кидай его сюда. Кидай флаг. Ой, яй. Улетел. Ты что, Может, люминид? мне бы... Ты остановись, на месте. Ты куда кинул флаг-то? А я его еще не кинул. А, ну ты останься на месте. А то я... Или лучше ко мне подлети. Ты сможешь двигаться, а я не могу. У меня тут... Первый пошел, называется. Так, что-то я перелетел. Так, давай я основной город. Ой, я уже ближе. Так, все, я к тебе иду. Давай кидай флаг наверное. Я сейчас Все, я выкинул. подойду. Сейчас подойду. Могу еще взять. Еще ближе. Фух. Так. Ну что ж. Смотрим. А что это я делаю? Вот, флаг. Location too small? Что? Близко к полюсу нельзя основывать, оказывается. Отлично, то есть мы не можем на этом люмините построить то, что нам надо. Да тут 100 пудов еще есть. Есть. Но он редко встречается, блин. Может быть, пешком пройдемся, то она не такая уж и большая. Я сейчас брошу ресурс здесь рядом с ракетой. Вот я кидаю сюда коробки. Если мы их потеряем, это будет все. Сейчас, подожди, я сейчас тоже выкину. Ну все. Так, теперь на полных парах ищем быстренько, где еще есть. Вон еще алюминий, я вижу, прямо здесь недалеко. И вон еще второй. О. А, кстати, у меня... Чего? По-моему, чувство голода разыгралось у персонажа. Да. У меня нет ничего покушать. Да. Придется умереть голодной смертью на космосе. А мы сейчас успеем основать. Я вижу люминита 2. Сейчас я ящики принесу. Я знаю, в какую сторону прыгать теперь. Сейчас я... Нифига себе, я прыгнул, да? Да. Через пол луны, блин, прилетел. Я ящики. Бери ящик, короче, свой.
О, ну да, сейчас с ящиками мы, соответственно, будем долго прыгать. А воздух вообще закончится, может или нет? Может, может. Ух ты, смотри-ка по карте, мы уже почти 1/4 всей Луны пропрыгали. Точно, точно. Это самая маленькая Луна, она, по-моему, 1200, что ли, метров. Вот так вот всегда с поиском люминита. И, конечно же, мясо забыл набрать в длительный поход. Всегда самое главное забывается. Без мяса тут вообще фиг-то чё. Но я думаю, мы успеем все-таки основать, построить здание, а дальше уже можно помирать. Блин, устал. А вот ты представляешь, какая игра была бы, если бы лагов не было? Да, вот так особенно я в режиме бэкспейса сейчас прыгаю. Прикольно, звездное небо такое, и все звезды сияют, и до каждой можно долететь напрямую. То есть вообще вот просто иди вперед и все. Их тут дофига просто этих звезд. Красиво. Да. Что-то температура совсем маленькая. Ну так, -273. Вроде же близко к солнцу. Ну, она же без этого, без атмосферы. На настоящей Луне без атмосферы, на солнечной стороне плюс 150 градусов, на несолнечной минус 170. А мы сейчас как раз на Ну, солнечной стороне. знаешь, по-моему, это она послабее солнца светит. Может быть, поэтому. О, люминит. Так, Причем отлично. сразу два. Да вон там еще, да. Ну мы здесь основим город. Так, площадь быстренько, пока голод не кончился. Вот тут будет площадь. Как назовем город? А как у нас первый город называется? Не помню как. В общем, что-то связанное с умным-ном. Как же его назвать? Давай назовем мясная база. Местная база? Да, мясная база. Крет Таун Сквер. О. Я Во. по-русски назвал. Так. И Теперь. что мы здесь можем снять скафандр? Ну да, внутри можно. Вообще луна без люминита может быть? Нет, всегда есть луна с люминитом. Но иногда случается баг игры, луна без люминита, тогда человек жалуется, у меня луна без люминита, что делать? Ему отвечают, ну лети в другую систему. Так, где тут вот дорога? Пыль да туман. А, ну вот так мы поставим дорогу. И аэропорт. Ой, надо самому, короче, дорогу сейчас сделать.
комфорт. Все. Первым мы строим не аэропорт, терминал. Первым мы строим брокера. Потому что мы продадим ему все ресурсы и дальше уже построим аэропорт, терминал. Брокер. Иди к брокеру. Надо к брокеру подойти и выкинуть все ресурсы, которые нужны для постройки брокера. Только сейчас подойду. А, я не могу подойти, я язык не переключил. Я прыгну. Вот, чувствую, эта часть получится длинной. Ну и ладно. Так, требуется 40 камня. Ну, что ж, у меня есть камень. Я выкину. У тебя тоже есть камень? У меня свой. Да, у меня есть камень. Ну вот, выкидывает уже камень. Только не весь. 12 камней из 40. 13. 14, 15, 16, 20 из 40, еще 20 камней, 22, 23, 24, 25, кончился 25, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, все. Когда я выкидываю 36, 37, 38, 39, 40. Что? Хватило. 39 все еще? Вот, теперь 40 будет. Вот. Так, теперь одна микросхема. Одна микросхема. Зависла, да? Да. Ясно. Сейчас микросхема это пропадет, конечно. Придется опять возвращаться на планету. Ну, я думаю, нам хватит. Мы сейчас построим брокера, этот аэропорт, и ресурсы будут автоматически нам доставлены все. Волноваться нечем. А, все, ты можешь идти. Так, фух, не пропало, слава богу. Один, два... Два из трех, три из трех. И теперь два этих. Раз и два. Что? Пропала одна. Ладно, вот еще одна. Все. Создаем. Готово. Ура. Так, и теперь продаем ему все, что у нас есть с собой. Кроме, конечно же, скафандра. Так. Так, вот. Ткань. Что с тканью делать? С чем? С тканью. А, ой, господи, я не туда продаю, чё я. Вот, лунная база. А, с камнем, короче, кинь ящик на видном месте, я его подберу и оттуда всё продам. Так. Так. Всё, я выкинул. Только это место не видно. Оно с другой стороны красного здания. Ну да. Сейчас я этот продам. Так. Electronic Parts. Mechanical Parts. Продам. Металл. Продам. Так, что тут еще? Пластик. Продам. Камень. Я думаю, купить им совершенно не нужен. Тут 100% камень лучше. Купять, это знаешь, что за камень? Это практически разваливающийся камень. Ну, флавит. Короче, его взял в руки, он чуть не рассыпался. Из такого камня мы здание строим. Да.
Так, ну, вроде все. Да. Ты ведь не подобрал ноутбук. Сейчас я подберу. А, конечно, я еще забыл. Надо сундуки же продать еще. Два сундука продам. Так, два сундука, да. И сколько это будет? А, глюк, да? Сколько у тебя денег уже? 15 тысяч. На 10. Зависло опять. Алло. Почти голод кончился, она виснет. Ну уже мы не успеем так построить, если она будет виснуть постоянно. Все, наконец-то. Все, Ну что, окей. давай шахту строить? Так. Inventory doesn't room чего? Короче, я сейчас выкину эти два ящика и подберу этот твой. Все, подобрали. Я тебе сейчас мэром этого города сделаю. Ты О. здание обоснуешь там, потому что времени нет, голод, все такое. Так, вот ты, я дам тебе мясная база, барон мясной базы. Так, не, лучше дам вот это звание. Принц мясной бармен. Так, please accept this offer with the position of Типа crown prince. подтвердите. Так, делают нас это подтверждение. Вот этом. Где факел, governance и citizens. Может быть, мясная база. Да, это монархия. Тут надо подтверждать. В демократии все просто. Ладно. Окей, тогда я не буду тратить время. Сейчас быстренько все продам, потом с этим разберусь. Так, вы видите мне список ресурсов, которые у вас есть. Так, это отлично. Ой, все, тогда я буду вручную скидывать. Сейчас время так будет. И я умру. Так, я строю быстренько аэропорт, терминал. А, рот слаб нужен. Черт, рот слаб, быстро Кто? делаем. Рот слаб, ну вот эта дорога. Так. Аэропорт, Кстати, терминал. ты можешь так не спешить. У нас жизни пока не намечаются. Я знаю. Но когда начнут, поспешу. Так. Все. 75 камня. Итак, вперед! Нам не хватает 10 камня. Придется вручную камни таскать. 10 камней. Видишь, короче, камень. Вот. Я тебе сейчас ящик скину. Собирай его в ящик и таскай. Вот, я ящик тебе скинул. Подбирай ящик. Да, я уже 7 камней нашел. Сейчас еще купил. Давай ты их скидывай вручную их. Нам хоть достроить это и все, и можно подыхать. Да нет, уж вернемся назад. На ракете. Вернемся назад. Я забыл захватить дрель, потому что нам нужны были не отвертки, а нам нужна была дрель. Вместо 5 от дрелей я взял 5 отверток. Отлично. Нам еще 5 камней нужно. Давай 5 камней еще.
Все, сейчас принесу. Так, все отлично. Но мы не можем работать, у нас же нет дрелей. Итак. Это фейл, господа. Ну или как сказать? Давай уж сюда камни, которые тут остались. Все. Я взял с собой все ресурсы, которые ты выбросил или что-то там сделал с ними. Сделаем пока дорогу, что ли. И склад построим. Так, склад. Таскай, короче, 20 камня вручную сюда. Нам нужно увеличить склад и это продать все ненужные ящики и инструменты туда. Иллюминит. А, я тоже буду таскать. Вот отсюда сейчас. Теперь я продам все ненужное на базу. Так. Люминит. Качество люминита 68, кстати. Это, конечно, по-моему, это проклятие этой системы. Тут все плохое. Надеюсь, на лавовой планете и в той системе будет все отлично просто. Надо туда слетать будет ради интереса. Камень. Мы забыли дрель. Не проблема, мы сейчас за ней слетаем. Освободимся от всего. Так. Но нам придется искать базу. Хотя, что ее базу искать? Она рядом с этой, с верхушкой, так сказать. Все, отлично. Я буквально все продал. Я тебе сейчас что сделаю? Я тебе сейчас скину ящик с аптечкой. Носи ящик вместо этого. Как его? Рюкзака. Вот. Ящик. Бери его. И носи его всегда с собой. А эти два ящика я продам. Три ящика. Нет, два. И после того, как я их продам, у меня остался один ящик с камнем. Ну, осталось камень продать, наверное. 22 этих.
Ну, продавайся. Чё-то мясная база артачится, не хочет камень принимать. Или это как обычно? Да. О, отлично. Я два раза продал 15, 22 камня, так что у меня в два раза больше денег из-за лага. Так, все. Значит, у тебя есть эта аптечка с ящиком, у меня аптечка с ящиком. У нас полный набор. Теперь единственное, что осталось. Слетать обратно, привезти 5 дрелей и допилить этот ширпотреб. Все. Так, где центр? Так, нашу базу я не вижу, но я вижу координаты нашей базы. Ух ты, смотри, как сделали, интересно. Теперь я могу... О, я вижу люминит, я иду на люминит, короче. Ты видишь люминит? Единственный. Вот. Он, короче, находится там, где этот полюс. Что я иду на него. Почему мы не умираем? Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. О, я не туда иду. Вообще полностью не туда. Так. Координаты тут не то, что, конечно, в Майнкрафте. Там все это так понятно, где что находится. Но здесь это просто жесть. По-моему, вокруг базы хожу просто. Ладно. А, все, я вижу. Полюс, да, я вижу ракету. Ты видишь ракету? О, отлично. Я прям сверяюсь с картой, иду. Пипец тут, конечно. Но было умно поставить ее на полюс, потому что всегда понятно, где она находится. Так бы мы ее искали, фиг знает где, по этой луне. Что-то он не хочет восстанавливать усталость. Запустить. Надо места с собой прихватить вместе с этими дрелями. Я думаю. Ладно. Мы вернемся, когда уже найдем дрели. Итак, мы, значит, вернулись с далекой поездочки, полета. Короче, путешествия. Очень много мы делали всего. Долго искали эту базу, наконец-то нашли с горем пополам. Только вот
предел решил пойти пешком и заплутал. Поэтому я сейчас его жду и пока построю базу. Все вроде. Ну что ж, наконец-то сейчас все это будет готово. В общем, вот эти два здания строите. И склад. Молодец. Сейчас я... наконец-то построю это здание. И... луна, в принципе, маленькая, можно ее обойти всю. Поэтому это не страшно. Итак, у нас готов аэропорт-терминал. Ждите прихода ресурсов, так сказать. Так. Сейчас я отчет посмотрю. Ну да, 1900 диаметр. Самый маленький, который только возможен. Ура! Аэропорт needed. Ну, у нас аэропорт построен. И сейчас должно быть обновление. Типа, вот построен аэропорт, значит, все хорошо. И метрополия должна дать нам ресурсы. В обновленном сети статусе. Сейчас он будет обновлен. Я покажу. Вот. Ну, собственно, это начало долгого освоения Луны, но не такого долгого, потому что я скольжу. Нет, потому что вон люминит в соседней клетке. И до него можно построить шахту, которая не требует ресурсов. Дорогой, которой не требуются ресурсы. Это выгодно. Типа построим немного. Вот. Построим дорогу и шахту люминита. Вот он будет добываться только при наличии горожан. Без горожан он как сыр без масла. Во, сюда. Все отлично. Вот шахта люминита. Ну так, отлично. В общем, сейчас сети статус. Нет, он не обновится в ближайшее время. Ну вот и все. Стройте шахту люминита. Да. Мне тут подсказывают, что надо бы уже валить. Я рад, потому что этот обзор, он длится уже час с лишним. Я думаю, заливать я его буду очень долго. Ладно. В общем, я тут не достроил. Дострою эту шахту люминита. Ресурсы прибудут. Ну и все, собственно. Продолжение строительства лунной базы в следующей части. С вами был Денокс и Предел. Всем пока!